Как правильно воспитать ребенка? Чем лучше кормить малыша? В каких советах нуждаются родители? Ответы на эти вопросы и не только вы узнаете далее в рубрике «Мой ребенок». В сегодняшнем выпуске мама двоих детей Зухрата Балдиева поделится своими секретами материнства. В каком возрасте ребенка матери можно начать выходить на работу? Желательно возраст, конечно, 3 года, до 3 лет ребенка наполнить там любовью, теплом, и потом уже отправлять его в мир. Как справляться с чувством вины перед детьми? Чувство вины, оно будет вас заставлять попадать в крайности, то вы попадаете в крайность того, что вы вот чувствуете, что вы не с ребенком. Иначе, находясь в чувстве вины, вы будете неэффективной женщиной, неэффективной мамой, неэффективным работником. Вы везде будете находиться не там, не здесь и сейчас. Вы будете думать, как мои дети там. Как избавляться? Понять, что это нормально работать. Понять, что это нормально быть мамой. Почему вы завели детей? Вы же хотели. Значит, это нормально посвящать им время. Какими методами стоит воспользоваться для того, чтобы ребенок более спокойно перенес ваше отсутствие? Нужно подготавливать заранее ребенка, нужно обсуждать с ним, что мама выйдет на работу. Если вы сидели с ребенком, например, там 2-3 года дома, и тут вдруг вышли, вы должны говорить с ребенком о том, что мама весной, там вот когда, не знаю, расцветет сирень, мама пойдет на работу, чтобы ребенок связал это с окружающим миром. Потому что у детей нету временных рамок, да? Они не понимают, что когда будет завтра, когда будет вечер, когда будет обед. Для них нужно связать с природными явлениями, например, или там с днем рождения. Вот, когда тебе исполнится 3 года, мама выйдет на работу, а ты пойдешь в садик. Ага, давай вот так, вот тут теперь. Подготовить человека, с которым вы будете оставлять его, если это вы будете оставлять дома, чтобы если вы заведете няню или там это будет бабушка приходить, чтобы ребенок привык к этому, чтобы бабушка приходила, пока вы дома находитесь. Или няня, да. Посвятить этому, ну, месяц, а то и два. Все зависит от того, насколько ребенок ваш, там, не знаю, стрессоустойчив, наверное. Какую литературу вы можете посоветовать для матери? Именно по работе, ну, наверное, селф-маму посоветую Людмилу Петрановской. Там очень много есть лайфхаков для именно рабочих мам, да, и про чувство вины там есть. Не ограничивайте себя какими-то рамками, наверное. Вот единственный совет. Мир, он намного шире, чем мы можем себе представить. Мир, он намного открытие к нам, чем мы можем себе представить. Главное в это поверить, узнать.